Мебель из массива в интерьере с легкостью подчеркнет ваш статус. Доброе утро, меня зовут Дмитрий Вынков. На этой неделе мы расскажем о мебели из ценной породы дерева махагон. Махагон. Твердая, мелковолокнистая, но в то же время пластичная древесина. Это позволяет делать мелкие, изысканные детали с искусной резьбой. Согласно истории, впервые красное дерево было ввезено в Англию, когда сэр Вальтер Ралей изготовил письменный стол для королевы Елизаветы I. Наибольшую популярность дерево получило именно в 18 веке. Сегодня красное дерево – лучший материал для изготовления величественной мебели. Но перед производством оно проходит несколько циклов сушки, обработку антисептиком и антипиренами. Традиционный цвет для махагона – это красно-коричневый и темно-коричневый. Но иногда его красят в белый, цвет слоновой кости и золотой, с обязательным патинированием. Благодаря прекрасному резному декору такая мебель отлично подойдет для стилей неоклассика, барокко, рококо и модерн. При этом отлично подчеркнет хороший вкус хозяина.